məlum olmasını bir daha təkrar edirəm. Bizim əlbom demək zərfləri doldurulması haqqında demək qalmada haqqında Это не допускали, не допускали туда наблюдатели, выгнали оттуда членов комиссии, избирательной комиссии, представителей оппозиции, использовали смываши черни, вообще не использовали черни, потом там открыты была, в общем, участие исполнительной власти, полиции Самый и большой, карусель. Это откровенные вмешательства должностных лиц государственных органов в процесс голосования. Он основной. Они сидят в комнатах голосования и давят на них. Даже я... Я не поняла, кто меня долгурвал, да я сою. Вар, вар, вар. Вар, да я знаю. Но, вар, да я знаю. Это мне я знаю. People are complaining that bribes have been given and that people are continuing to campaign even on election day and within the polling booth itself, which is certainly not a situation in which people can freely vote. ...18 sayılı Nərimanov Nizami seçki dairəsində mülki izmenin, to есть narushenie, которые были нам звонили, об этом говорили, но мы уточняем, это достоверная информация или нет. Но мы пока серьезных таких нарушений не получили.